Today, Kim, would you, would you come here and uh, share what you have in your heart? I, I don't know if you're going to speak Russian or, or English. First, the oh. message of the Po Apostle Paul to the Corinthians. And when one member suffers, member, all members suffer with him. И коли один член пошанованный, то все члены с ним тяжатся. Ти и вы, тело крестовое, а сосипно вы члены. Я думаю, что это эти чудесные слова, которые мы видели эту неделю. Потому что мы были здесь, я и мой сын Питер, Get up. <laughs> и наш коллега из Норвегии Грегори, который пришел. У нас есть команда из э, скандинавских стран. И я знаю, я видел очень много видео, которые делал Саша и э, дальнейшим. И э, там стоит Тарас на эти видео, и он благодарит людям. Я думаю, что часто ты их не видел раньше. И ты говоришь, что ну, я говорю, это и это человека из Голландии, из Швейцарии, из Ветрии, и так дальше. И это люди, которые вы никогда не видели. Ну, все, все такое мы находимся в одном теле. И э, я знаю, мы только сможем вам помочь благодаря тысячи людей в Дании, которые дают деньги, чтобы вам помочь. Я сам не знаю все эти лица. Вы не знаете все эти лица, но они видели то, что мы делаем. Они видели видео Саша и Тарас и сказали, мы, мы хотим помочь. Это свидетельство мира, что когда тело Христу, Иисуса Христа работает в одном, это самое хорошее свидетельство в мире. Потому что расстреления их много. Борьба и война та в этом мире, вы знаете, больше чем всех. Но когда любовь и единство э, есть э, слова и свидетельства, это знак, что Иисус есть. Для меня это был моя жизнь, мой мой отец, он был пионер в Дании. Я тоже э, воспитан в церкви, как как ваши пятидесятники церкви в Дании. Ну когда я был маленький э, 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 ребенок. у нас были э, дружа, католические, православные, э, лютеранские, баптисты, <сёк> целое христианство. И тогда это было не очень обыкновенно. Это было 70-е годы. Но мой отец он хотел соединять тело Иисуса. И э, я думаю, что в моей жизни это был знак, это был Свидетельство ⁇ это был пример служить всеми в любови Иисуса Христа. Я видел, в течение этого недели я видел, что вы это делаете конкретно. Когда есть задача, когда есть груз, все вместе работают это вместе. Мы удивляемся. Сейчас мы понимаем, что победит, конечно, Украина, потому что такое единство, которое, которое сотрудничество, это уникальное, которое вы имеете. Вы свидетельство не только нам, но и всего мира, что народ, который единается, всегда будет победить. Всегда будет победить. И, и, и любовь Иисуса Христа, когда вы едины, всегда будет победить против зло и против войну и против сопротивления всякой. Это я верю в моей жизни, я видел. Я верю, я сто верный, что мы будем вам помочь и подальше. Мы стараемся получить большие деньги, чтобы не только послать один курсовик, две грузовика, ну, по 10, по, 100, потому что вам нуждается. Те фото, которые я видел сегодня утром, от Бухна, Буча, окра Киева, это ужасно. Там, э, там они, это было, э, как сказать, преступ, э, при, э, преступление, э, войны. Убили там 300, может быть, гражданских населения. Ужасно, ужасно там находится э, э, на Украине. Мы будем наоборот, мы будем привести знаки любого Иисуса Христа, чтобы этот мир не будет руководством злой, но любовью. Спасибо Иисуса Христа. Амин. Спасибо, Хим.